I dash away from Popo. Yeah. Snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know no. Cause this shit is real. Ребят, всем привет! Сегодня мы едем к Куму. Там будет мой брат. Девчонки сегодня собираются в клуб, а мы будем пить пиво и кушать рыбку. Поэтому сейчас мы направляемся в русский магазин, возьмем рыбки. Потом заедем в Кауфланд, возьмем пиво. Лена опять вкусняшек своих набрала. Да? Кино смотреть, да, иногда. Попкорн взяла, потом... Как они все? Кукурузные палочки. Кукурузные палочки. Кашу гречневую. Опять печенюшки. Вот такой, как раньше продавался в России в бочках. Прям один в один. Кстати, ребят, вот такая рыбка здесь есть разная. Вам покажу. Ну, там уже идет свежая рыба. Вот это вот меня интересовало больше всего. Это уже нарезка. Да, кстати, мы взяли, я взял вот такую рыбку. Это вот она. Вот тут вот лежит. Таких три штучки я взял и взял вон ту нарезку. Вот первая, только вторую я взял, потому что первая это острая. Да нет. Получился вот такой пакетик. Тут 300 грамм. Стоил 11, почти 12 евро. Давно я такое не ел. Честно говоря, не особо он мне нравился. Но Лена захотела, мы и взяли. Да, многие мне говорили, что бензин после Нового года подорожает, но нифига, так и остался. Ойра 73, ойра 77 бывает, вот так туда-сюда прыгает. Ну, в принципе, стабильно. Ойра 70, ойра 77. Выше пока что после Нового года еще не было. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ребят, ну, мы едем в Кауфланд, возьмем сейчас пиво, домой купаться, собираться. И в путь дорогу. Хотели на выходных салатик еще сделать. У нас там рыба, селедка. Последний раз мы покупали. Но походу не дойдет до селедки. Потому что мы набрали и так рыбки сушеной. Хватает. Уже всю неделю кушаем рыбу. То креветки, то бутерброды. Сейчас опять сушеная рыба. Потом селедку под шубой. Скорее всего мы ее сделаем. Ох, какие кочки. В Германии дороги ужас просто. Скорее всего, мы приедем завтра домой, едем мы с ночевкой, соответственно, потому что девчонки до утра будут гулять, мы до утра будем кушать рыбку и сделаем воскресенье, ну, если будем в состоянии. Ну, Лена ли будет в состоянии? Я-то точно. Так, что у нас тут по пиву? Ах, Хайнекен. Хайнекен я почему-то не вижу. Возможно, есть в ящиках. Бэкс. Бэкс нам не нужен. Или взять это штутгартское. Тоже офигенное пиво. Тем более мы едем в Штутгарт. Но я хочу Хайнекен. Но его, к сожалению, нет. Придется корону брать. А что делать? Просто я не знаю, как корона к рыбе подойдет или нет. К рыбе надо такое, чтобы чуть с горчинкой было. Да, наверное, возьму штутгартское. О, все. Будем пить штутгартское пиво. Ну и как по традиции, едем в третий магазин. Был у нас русский, Кауфланд, теперь едем в Альди. Планы у нас поменялись. Едем мы не в Альди, а едем мы в Лидл. У нас 10 пятниц на неделе, как говорится. Ищем, паркуемся и заходим. Лена все-таки одела другие джинсы, которые мне больше нравятся, чем трубы. Лена взяла тележку, значит, не будем много закупаться. Два магазина мы заходили с пакетами, но раз с тележкой, значит, будет закупка реальная.
Хотя я не думаю, потому что в двух магазинах мы уже, в принципе, взяли все, что нам необходимо. Для чего сюда? Ну, посмотрим, что здесь. Здесь нас сразу встречают фрукты. Мандарины мы уже не стали в этот раз брать. Мы их уже за зиму объелись просто. Каждый раз, как мы закупались, мы брали мандарины. И последние два раза мы мандарины, когда брали, они уже какие-то... Ну, уже сезон как бы проходит, поэтому... Нет, смотрите, я говорю, мандарины мы уже не берем. Они мягкие. Лена все равно хапает. Я же для себя ты ящик съешь. Мандарин. Но я беру для себя, а ты откушаешь. Окей. Не, ну если они вкусные, я их тоже буду кушать. Просто последние два раза я говорю, ну да. Были они не очень вкусные. Они отходят от себя. Да. Так, мандарины у нас в ангиботе, ну, по оценке, да. Ну, тут оценка-то 40 центов получается. Не 50, ну, не имеет значения. Клубничка. Вот такие орешки для потенции очень полезные. Берем. И опять в отделе шоколадок. Я уже молчу, стою. Просто посмотрим, сколько и что Лена выберет. Она забывает все время, что я говорю, не надо жрать. Ну, все-таки одну шоколадку взяла. Корзиночка потихонечку наполняется. Все, грузим последний магазин. Это уже третий. И едем домой. Так, рыбку нам надо оставить в машине, в пакет ее переложить. А я сегодня проснулся в 5 утра, сорвался, поехал на фитнес, позанимался, приехал. Хотел разбудить Лену, но потом думал, ладно, пусть спит. Она проспала до 9 часов. Ну, ей сегодня еще всю ночь танцевать. Погода что-то у нас так портится. Пасмурно очень сильно. Ну, хоть ветра нету. В принципе, дождь нам по барабану. Девчонки танцуют, мы сидим за столом. Но все равно неприятно в дороге, когда идет дождь. Все, погнали. Лена напяливает сапожки на каблуке. Сделала прическу, новая куртка. Не, ну, соответственно, она там переоденется. Это пока так, сейчас в дороге. Там она будет в платьишке, я так понимаю. Или? Да, правильно. Что, накраситься надо? Ребят, ну а мы выходим. Время уже 5 часов. Нам еще ехать 70 километров. Нам еще надо заехать в магазин. Это уже четвертый раз за день. Мы поедем сейчас в магазин. Кое-что мы забыли все-таки взять, а это важно. Поэтому погнали. Проехали мы 20 километров, ехать нам еще 50, начинает уже смеркаться. Очень красивое небо такое, заглушенное облаками, просвечивается закат, ну классно выглядит. Девчонки сегодня сорвутся на дискотеку, а мы с пацанами решили, чтобы ничего не готовить, что-нибудь закажем с ресторана. Ну, скорее всего, это пицца будет, либо кебаб, дёнер, ну типа тут что-то того. Ребят, приехали мы в Штутгарт, заехали в Макдональдс, время у нас еще валом, поэтому решили что-то так перекусить, чтобы, ну, чтобы не опьянеть быстро. Заходить мы не будем, будем на Макдрайв, заехали, тут сразу возьмем сейчас. Какой аппетитный, а? Вот мы его сейчас и съедим. Лена роется. Офигенные, вкусные, сочные, нифига не полезные, но заходит на ура. Ребят, мы добрались, стол накрытый, мы садимся кушать, все в сборе, Алиса здесь. Всем привет! Девчонки собрались на дискотеку, Артур уже подгоняет машину, мы их провожаем, садимся кушать дальше рыбку, пить пиво. Девчонки, хорошего вам настроения, фиш-пас. Спасибо.
всем доброе утро. Мы приехали домой, уже выспались. Приехали мы в 7 утра. Лена пришла с дискотеки, и мы сразу поехали домой. Приехали, завалились спать. Отоспались, отлежались, более-менее стали себя в адеквате чувствовать. Решили сделать салат. Салат сделали, аппетита совершенно нет, потому что рыба, и опять салат под шубой. Поэтому пока что его просто оставили в холодильнике. Зацените, какой у нас получился. Обязательно вам сейчас покажу. Вот такой, ребят, у нас салатик. Классный получился. Я думаю, по вкусу будет тоже бомба. Но аппетита, повторюсь, нету. Оставим его до лучших времен. Ну, а точнее, я думаю, что через часа два мы придем в себя уже на 100%. И тогда появится и аппетит, и желание. У нас погода отвратительная, пасмурно, идет дождь, прохладно. Короче, это самое. Сделали мы салат под шубой. Ну, желания его кушать особо нету, потому что рыбы вчера было море. Мы вчера из квартиры устроили просто настоящую пивнушку. У нас было 8 взрослых, 1 ребенок. Было море рыбы. Была и копченая, и соленая, и креветки. Точнее, не креветки, а как они называются, скажите. Я скажу, не лобстеры, а кальмары. Ну, одним словом, ребят, рыбы было столько, пива было море. А в нем было столько морского, что просто сегодня уже салат под шубой и селедки просто не лезет. Но мы его как бы сделали, потому что начинаются будние дни. Не хочется в будние дни приходить с работы еще и готовить. Сделали заранее, может быть, чуть отойдем. И появится у нас аппетит. Ребят, видео получилось короткое, знаю. Поймите сами, состояния вообще никакого нету особого записывать, снимать что-то. На дискотеку, так как я не ездил, поэтому видео нету. Лена там отрывки поснимала, но везде играет музыка. Заниматься заглушением этим всем самым не было тоже, поэтому я кусочек вставил там, где они, чтобы ну, увидели, что были, да, на дискотеке, а не просто это а-ля-ля-ля. Девчонки счастливы и рады, что побывали, мы от них отдохнули, они от нас отдохнули. Так надо иногда делать, это правильно, это нужно, это необходимо, потому что бытовая жизнь, ну, должна как-то входить на другой план, и новые ощущения, новые эмоции должны в жизни быть у каждой семьи, скажем так. Ну, это мое личное мнение, я никого не... Это мое личное мнение. Мы берем семечки, включаем какой-нибудь классный фильм, точнее фильм. Ребят, ну а с вами я прощаюсь. Всем желаю счастья, любви и добра. Ролик получился короткий. Не судите строго. Бай-бай. Keep a 40.